Выпускники вашего лицея, обладая объемными знаниями, занимают ведущие позиции в разных сферах деятельности и приносят ощутимую пользу нашей стране. Вы являетесь одним из первых, кто использует новейшие технологии в образовательной деятельности муниципия, и эта успешная деятельность стала доказательством ваших высоких профессиональных качеств. Поблагодарить весь педагогический коллектив Теоретического лицея Александра Сергеевича Пушкина за вашу важную, благородную миссию, за ваш, может быть, не всегда благодарный труд. Я в той степени, сколько я знаю, педагогический коллектив уверен в том, что потенциал ваших возможностей позволяет говорить о том, что с каждым учебным годом качество знаний, получаемых учащимися в здании лицея Пушкина, будет повышаться. Я уверен в том, что за вашу немноголетнюю историю, а 25 лет — это достаточно юный возраст в сравнении с другими учебными заведениями нашего города, те замечательные традиции, которыми обладает ваша школа, это во многом, конечно, заслуга непосредственно педагогического коллектива. Поздравляю вас с этим юбилеем, я желаю вам крепкого здоровья, удачи, благополучия. С юбилеем вас! Уважаемые педагоги, родители и учащиеся, примите наилучшие поздравления от имени Управления молодежи и спорта с прекрасным юбилеем. До защитимчи дань из пиво вырсты, флуаря. Де ачея сентец ин тимпо, кен инчеркац се коледжец челя мои фрумасе роаде ши перформанце але думневастре, стимати педагоги, ши але дисциполилор думневастре. Коллективу Теоретическому лицею имени Александра Пушкина за высокие показатели профессиональной деятельности, успешной реализации школьной реформы и в связи с 25-летней годовщиной со дня обоснования. А мы все так же приходим в те же классы и так же задаем домашние задания и так же журим за дисциплину. Но жалко, что рядом становится все меньше тех, с кого начиналась наша школа. А как весело и интересно всем коллективам мы встречали праздники, как делили радости и печали. Где же они, наши верные друзья? Где они? На сцену приглашаются ветераны педагогического труда. Гудзенко Клавдия Леонтьевна, Горова Галина Леонидовна, Зену Виктория Дмитриевна, Ока Людмила Матвеевна. А также действующие учителя нашего лицея Пивоусюк Клавдия Михайловна, учитель Ирины Степанова Мария Петровна, учитель русского языка. Редактор
Раїса Нікіфоровна. Ці слова. Слово мы приглашаем директора теоретического лицея имени Александра Сергеевича Пушкина Гажим Лидию Петровну. Дорогие друзья, сегодня у нас торжественный день. Мы отмечаем 25-летний юбилей нашей школы. Радость этого события с нами разделяют сегодня наши гости, ветераны школы и выпускники разных лет. 25 лет – это прекрасный возраст. Как будто вчера, 1 сентября 1986 года, в микрорайоне «Дача» открыла свои двери красивая, большая, светлая средняя школа номер 17. И в эту школу, как ручейки, стали стекаться самые лучшие учителя нашего города, учителя высокой квалификации и ученики, жаждущие получать хорошее образование. На протяжении 25 лет 17-я школа несла высоко звание элитной школы. Сегодня хочется сказать огромное спасибо всем тем выпускникам, родителям и просто друзьям нашей школы, благодаря которым она продолжает оставаться одной из лучших русских школ нашего города. Поздравить вас с этим прекрасным праздником, пожелать вам здоровья, пожелать здоровья членам вашей семьи, пожелать вам материального благополучия, пожелать вам творческих успехов, чтобы вы от этой прекрасной работы получали только удовольствие, чтобы и я по улице города вам улыбались люди разных профессий, и врачи, и священники, и педагоги, чтобы вы только улыбаясь говорили, а кто ты? И они вам представляют. Это действительно очень и очень приятно. Поэтому всем всего хорошего. Я хочу несколько слов сказать. Для меня и для моих коллег очень трепетно, что 17-й школе уже 25 лет. В середине августа 1986 года на этом месте, где мы сейчас стоим, были только сваи. Да. И в середине августа по приказу начальника ГУНО был сформирован педагогический коллектив учителей 17-й школы. Их было 102. Это было 102 энтузиаста. Каждое утро в 103-м кабинете нас встречал директор школы Корнилов Андриан Георгиевич, где каждый из нас получал определенную разнарядку, кто будет сегодня что мыть, кто сегодня будет что носить, кто будет сегодня песок разгружать. Поверьте, таких энтузиастов того коллектива, что тогда работал, я не встречала. Это были люди, которые действительно хотели здесь работать. И 1 сентября 2006 года, я прошу, 1986 года, накануне 1 сентября нашу школу потрясло землетрясение. Но мы провели линейку, где мы встретили 2100 учеников. Это 72 класса. И мы, проведя линейку, вместе со строителями,
начали убирать те последствия землетрясения. И 2 сентября дети сели за парты, за прекрасные парты. Наша школа была оборудована лучше всех школ города. У нас была лучшая мебель, у нас было лучшее оборудование, у нас было все, все, все. Это, наверное, была последняя школа, которая получила столько для того, чтобы учителя могли давать хорошие знания. За профессионализм и добросовестное отношение к работе с занесением в личное дело следующим педагогическим кадром. Мазаревская Ольга Валентиновна, замдиректора по начальным классам. Госпожа Щепа, учителя начальных классов. Агафья Ева Викторовна, учителя румынского языка. Багайчук Станислав Петровна, учителя румынского языка. Госпожа Воленко, учителя румынского языка. Гройс Мандель Михайловна, учитель физики. Воспитания. Комичану Алене Васильевне, учитель музыкального воспитания.